Дорогие друзья, любители тяжелой атлетики, гости третьего ежегодного международного турнира по тяжелой атлетике на кубок президента Российской Федерации. Третьего февраля 2011 года президентом Российской Федерации было подписано распоряжение об учреждении Кубка президента России по тяжелой атлетике. Данное распоряжение утверждает проведение ежегодного международного турнира по тяжелой атлетике на кубок президента Российской Федерации. Первые соревнования прошли в Белгороде в декабре 2011 года. В прошлом году турнир принимал Санкт-Петербург. И вот сегодня, уже второй день, нас любезно принимает арена Мытищи, которая предоставлена правительством Московской области. Как вы понимаете, дорогие друзья, к такому статусному турниру привлекают только лучшие спортсмены. Это самые сильные тяжелоатлеты мира и, конечно же, ребята и девушки из сборной России! Вчера мы наблюдали за борьбой у мужчин весовой категории 94 килограмма и у женщин весовой категории 75 килограмм. Я напомню вам, кто стал победителем и призером. Первое место у девушек заняла Лидия Валентин из Испании. А на втором и третьем месте наши девушки. Горбуненко Оксана, Россия, и Ульянова Александр, Россия! У мужчин победителем в своей категории весовой стал Расулов Рамазан. Опять же Россия! На втором месте Саад Багат, Египет. И на третьем месте, опять же, наш соотечественник Киреев Ренат, Россия! Что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к самому главному спортивным состязаниям. И я с удовольствием предоставляю слово спикеру наших соревнований Владимиру Салтыкову. Сейчас представление участниц весовой категории свыше 75 килограммов. Андрея Бандай, Румыния. Юлия Качаева, Россия. Павел Мапакин Чунтак, Таиланд, Таиланд. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, двукратная чемпионка мира Татьяна Каширина. Центр рефери, центральный рефери, олимпийский чемпион Павел Кузнецов, Россия, рефери, Моника Канус-Патери, Пола, Польша, Кубра Акулаева, Узбекистан, резервный судья Хаджимуран Настуев, Россия. Чиф-маршал, главный маршал Олег Писаревский, Россия. Тайм-кипер, хронометрист. Футайнс World Champion, двукратный чемпион мира Геннадий Бессонов, Россия. Техноконтроль, World Champion. Чемпион мира Виктор Солотов, Россия. Дмитрий Бахин, Россия. Спасибо.
дорогие друзья, пока девушки готовятся к соревнованиям, очень хочется отметить, что нынешний год, особенно осень, октябрь, стал знаменательным для сборной России по тяжелой атлетике, потому что именно тогда в Рослове сразу два наших спортсмена тяжелого веса, Руслан Волгерев и Татьяна Каширина, стали рекордсменами, и вся наша сборная получила рекордное количество золотых медалей. Я надеюсь, что мы еще будем аплодировать нашей замечательной спортсменке. А пока я предлагаю вспомнить тем, кто видел, и посмотреть, как это было тем, кто не был свидетелем этого замечательного для России чемпионата. Внимание на экран!
Трейлер на парк Кенджанкет. Павел, тут стопен. Первый подход. Подсменки с Таиланда. Я думаю, наверное, вряд ли кто-нибудь смог полностью ответить, потому что
Татьяна и чемпионка России многократно, и чемпионка Европы, и чемпионка Универсиады, и серебряный призер Олимпийских игр, и, конечно же, она многократная чемпионка мира. Так вот, дорогие друзья, вопрос очень простой. Сколько раз наша чемпионка Татьяна Кожурина становилась мировым лидером тяжелой атлетики? Сколько раз она была чемпионкой мира? Два? Так, у нас не аукцион, дорогие друзья. Давайте мы не будем увеличивать так вот по одному и ждать, когда кто-то ответит правильно. А давайте сразу попробуем правильно ответить. Ну один, как же так? Мы же уже сказали, что больше, чем два, неоднократно. Семь. Пусан. Наши зрители слабо знакомы с этой атлетикой. А может быть нам еще один чемпион мира поможет? Нет, он не участник, он не конкурс, он знает правильный ответ. Мы его спрашиваем не будем. Так. Семь, кто-то сказал. Ну, а если хорошо подумать... Ребята, что же вы видите 4, если мы уже решили, что больше, чем 7? Кто сказал 9? Мало. Мало, друзья, мало. Нет, ну вы так сразу не увеличиваете. Вы представляете, как вы стали чемпионом мира? 9 даже раз. Сколько нужно провести работы? Кто сказал 10? Дорогие друзья, у нас есть правильный ответ. У нас будет еще один вопрос. Он гораздо более простой. Есть даже подсадка в зале. Что ж, подойдите сюда. Я вам вручу майку, поскольку Татьяна сейчас готовится к следующему упражнению. Майка для вас будет как своеобразный пароль, по которому вы сможете подойти к организаторам. Татьяна вам оставит автограф на память. Так. Одна моя разыграна. Еще один вопрос. Я думаю, что никакого не секрет, что обладателем абсолютного рекорда мира толчки является Татьяна Кожурина. Давайте теперь выразим это в килограммах. Сколько килограммов? Кто-то правильно сказал 190. Я должен признаться, что услышал эту цифру. Так, я вас не вижу, где светят глаза. Мужской голос был, друзья, мужской. Сребун. Судьи мы за счет не берем, потому что они знают все данные. Они больше того не смотрят на протоколы. Для зрителей это была подсказка, а вы это знаете. Мужчина, который пришел 190. Где наши волонтеры, которые могут там? Отнесите, пожалуйста, майку обладателю этого ценного приза. А после упражнения на очки Татьяна подпишет. Смирнов Дмитрий первый сказал, да? Про 190. А, ну давайте тогда еще одну футболку, если нам организаторы предоставят. Потому что вас очень много, дорогие друзья. Мы счастливы, что сегодня так много зрителей на трибунах. И, соответственно, вы получаете удовольствие вместе с нами, глядя за тем, как наши спортсмены устанавливают замечательные достижения, как они радуют нас своими победами. Мы будем и дальше следить за тяжелой атлетикой и за всем российским спортом. Пожелаем нашим девушкам победы в следующем упражнении. А пока у нас есть видеоролик.